посмотрим. Вот он первый турнир, который он может выиграть. И давайте следить. Эфим GG с верхней части карты. На нижней части Иван. Знаешь, был... И тут же сбрасывает зелье, но... Посмотрим, дека какая. Бафать. Дека через дровосека. Да, в принципе, пока тут... Не издается, пока не издается. Разряжается спарки в первый раз. Второй пошел. И, в принципе, проседает вроде бы немного, но гиганты... Иван. Ну и вот опять встреча произошла. Тут уже бафчик тоже в ответ. Ну и есть кого пробафать, кстати. Дракончик начинает разгоняться. Сделали плохие минусы. Попробовать как-то доехать. И слушайте, они вполне себе могут доехать сейчас. Пытается опять-таки торнадо. Засасывается. И нет. Поехали рыцари. Спарки. И просто не доходит. Хотя у 1800 пошла уже самая агрессия. Попытка как-то хотя бы немножко продавить. Но, видимо, что получается не очень успешно. Все еще 1500. Бой сразу же. Доходит, доходит у нас. Вот. Сотня осталось. И 4 игры идет параллельно. Вот. Каждый раунд, 7 раундов. И вот результат после этих 7 раундов будет решать, кто поедет, а кто... Да, как рабочая, так сказать. Он говорит, ладно, с этой я не справляюсь. Сейчас возьму что-нибудь поинтереснее. Ну, у вас фору дал, знаешь, небольшую, и будет отстреливаться. Да, и вот тебе, что называется, опыт. Для Ивана. Смотри разницу сейчас, как они по-разному играют. То есть Ефим сразу же поставил королевского гиганта в упор, чтобы тот бил, пока... Сделать. Мы до сих пор не знаем крайнюю карту, которую они держат. Ну, знаешь, козы, чтобы в последний момент бы вкинуть, и уже дойдет первым. Но уже просел очень серьезно гигант Ефима. И далеко не зайдет. А, вот, вот и молния. Вот она, молния была последняя. Ну что же, это 1-1. Здесь сейчас Иван смог отыграться. И теперь нас ожидает третий. Игроки тратят, чтобы оставить побольше эликсира на более такие весомые, так сказать, карты. Еще у нас тоже полицейский. Я кабанчики, как они вовремя залетают. Но тут пека разберется, конечно, покоцают немножечко. Но это не тот урон будет. Не. Ну, в итоге, вот, видишь, распределил урон и по левой, и по правой стороне. Несется на всех парах, там садница. Очень сложно будет отбиться. Садница уже все доехала. И пека подходит, но нет, а успел ударить. А там садница очень сильно покусала башню. Эти кабаны догрызают. Добираются 900, 700. Пытаются как-то сноуболом остановить 500, 400, слушай. И теперь пошли опять кабаны, а кабаны-то могут дохрюкать до смерти. Нет, 320. Нет, нет, ничья, боевая ничья и... 300, ну я тебе скажу, что... Потели, потели, но не допотели. Иван. Получится ли сейчас что-то изменить? Попытка начать со стороны Ивана. Иван сразу же выбирает агрессивную колоду. И... А Настя тут же еще под сноубол и выстрел успел. Вот кстати, опять, вот ошибка, ошибка опять. Очень хорошо законтрил он громоверство. То есть сразу же поставился и без шансов. Такой поиска 600, 400. Да, он уже практически сдается. Все. Вот это, конечно, неудача. После такой предыдущей игры, где они прям вот...